На спортплощадке 19-го детского сада на СКЗ кипят нешуточные страсти. Между собой соревнуются семейные команды. Мама, папа и их капитан, ребенок, дошкольник. Пришли поболеть за своих соседей. Падают, бегают. Жюри – заведующая детским садом Марина Хиноверова. Она сообщила, спортивный праздник в День семьи здесь проводят ежегодно. В его программе также выставка-ярмарка изделий местных умельцев и социальная акция для нуждающихся, а также товарищеский матч между командами СКЗ и Соломиного, а потом дружеский чай с пирогами. Мы бы очень хотели, чтобы наши два отдаленные микрорайона, Соломиное и СКЗ, зажили активной жизнью полноценной. Марина Хиноверова и Сергей Ильин – участники предварительного голосования «Единой России» по подбору кандидатов на выборы в Петросовет. Вместе они хотят решать проблемы отдаленных районов – Соломиного и СКЗ. Главное из них – отсутствие доступной медицинской помощи, хорошего транспортного сообщения и мест для отдыха молодежи. Они не знают, где вообще, куда пойти. Они хотели бы спортом заниматься. Вот они уже все подходили и говорили о том, что нам нужно футбольное поле. Марина Викторовна, мы хотели бы играть. В ходе праздника местные парни сыграют в футбол. Для этого поле очистили на субботнике. Но это только начало. Чтобы решать проблемы своих районов более глобально, активисты уже договорились о встрече с мэром города. Светлана Воробьева, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».